Уникальное здание Дома культуры реконструируют в области ЖТСУ. Его построили по проекту прибалтийских архитекторов в селе Жаскент 30 лет назад. В 90-х здание пришло в запустение, а в начале 2000-х его реконструировали. Но из-за существенных недоделок объект культуры в 7000 квадратных метров эксплуатировали частично. И вот в этом году местные власти решили восстановить его полностью. На это из госбюджета направили 600 миллионов тенге. Работы начались в мае и сейчас выполнены на 70%. Когда мы вот первый раз приехали сюда и как бы увидели объект, мы подумали, что приехали в Египет. Архитектура действительно была очень интересна. И мы решили, чтобы максимально оставить все как есть, ближе к оригиналу, стены, фасады оставить, не демонтировать. Штат нужно сесть за тамбар. У нас есть свой оркестр, ансамбль «Ажилер», работает 8 кружков. После того, как проведут здесь капитальный ремонт, мы можем их количество увеличить, а также проводить мероприятия в масштабах области и республики.